конкурс дети читают стихи. Радкина Валерия, 8 лет, средней школы, села Белый Яр, Республики Хакасия. Юрий Энтин, про маму. Я выбрала это стихотворение, потому что очень люблю свою мамочку и хотела ее порадовать. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает, ночью бессонной, мама потихоньку всплакнет. Как там дочка, как там сынок ее, лишь под утро мама уснет. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, землю и небо, жизнь подарила мне и тебе. Так бывает, если случится вдруг в доме вашем горе, беда. Мама, самый лучший, надежный друг будет с вами рядом всегда. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе. Так бывает, станешь взрослее ты, и как птица ввысь улетишь. Кем бы ни был, наш для мамы ты, как и прежний милый малыш. Мама, первое слово, главное слово в каждой судьбе. Мама, жизнь подарила, мир подарила мне и тебе.